в ванной комнате. Стяжка пола, она у меня ровная, и маты прям положил на эту стяжку. И здесь, вот смотрите, как сделал змейкой, и провода вывел через перегородку, сделал отверстие вот таким вот образом. Гофру поместил в штробу, и вот здесь вот будет, возможно, нагреваться датчик и будет срабатывать постоянно от данной температуры, которую мы установим. Правило я приложил и подвел вот к этой вот черте, и здесь то же самое, той черте я подвел. Уровень пола идеальный получился, то есть, в общем, все нормально. Теперь здесь вот прижал это правило, и мне нужно вот хотя бы приблизительно найти, откуда начинать работать. Но, в принципе, можно и оттуда начинать работать, потому что я знаю, что у меня все получится. Крестики там. Вот крестики надо, крестики взять. Вот. Не принес я крестики. Все, буду начинать. Вот здесь раствора, соответственно, не будет, потому что здесь вот эта вот лента, раствор будет сверху. А здесь все наоборот. По идее, это, конечно, нежелательно, чтобы там были пустоты. Надо разрезать. Вот надо найти нож и разрезать, чтобы везде был этот раствор, а то там будет пустота. Где-то у меня нож. Вроде бы все нормально. Смотрите, я делаю таким вот образом. И у меня шпатель движется вот по вот этой вот сетке. А здесь уже так двигаться не будет. Потому что я же там как-то переворачивал. Мне надо было перевернуть, чтобы туда выйти. Там, конечно, если есть сетка, желательно сетку такую же нужно положить, чтобы двигать потом по сетке. Ну, у меня будет все нормально, потому что у меня вот этот нагревательный элемент, он расположен таким вот образом, я буду шпатель вот так вот двигать, то есть удобно. Так, у меня вот до сих пор доходит.
вроде бы и все. Так, не забывать, чтобы этот как бы тростник вот так был. Это коллекция плитки называется «Джунгли». Ну попробуй вот так. Прям жму, нажимаю прям. Первая плитка есть. Вот так я и делаю. Такие вот швы, они везде потом будут. Все, пока. Не перепутать. И таким вот образом у меня получается уровень. Пока я, вот смотрите, крестики не ставил, а теперь буду ставить крестики. Смотрю за линиями. Здесь тоже смотрю. Ну, вроде бы и все. В ванной комнате с 8 часов стал делать подготовительную работу для того, чтобы клеить напольную плитку. И эту плитку я все-таки приклеил. И время, если посмотреть, 14 часов дня. То есть работу я сделал, могу теперь показать. Дверная коробка теперь будет устанавливаться и плясать от торца вот этой вот напольной плитки. То есть вот так я буду прикладывать этот торец порога дверной коробки в четверть. И стойки буду устанавливать по отвесу.
Вот смотрите, плитка более светлая, тут более темная, хотя в одной упаковке все было. Вот показываю всю работу. Возьму правило. То есть пол абсолютно ровный. По уровню тоже. Если плоскость идеальная, то можно и посмотреть уровень. Ну, здесь можно спокойно взяться рукой, и здесь тоже пузырек стоит посередине. Вот так можно посмотреть. Пузырек стоит ровно посередине. Пока.